Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала, кто зашел. Меня зовут Валентина, и я сегодня расскажу и отвечу на некоторые вопросы, которые мне задают в ролике моем, как я высаживаю в открытый грунт арбузы. Но там задают вопросы не как я высаживаю, а когда я сею арбузы, когда я пикирую и как я делаю, или горшочки можно даже назвать. Я уже их подготовила, высадила, вот. Кое-что там у меня еще идет подготовка, и я сегодня вот постараюсь показать, как я делаю вот эти горшочки и как я высаживаю вот арбузы. Вот у меня кивана, здесь будет мелкоплодные, здесь тыквочки, у меня много будет сегодня посадок. Теплица идет полная подготовка, но у нас еще холода, пока мы не спешим высаживать. Эти арбузы, дыньки, все кивана, будет высадка у меня где-то в конце мая. Поэтому они еще подрастут. И самое, что можно их уже высаживать в открытый грунт. Покажу, как я делаю вот эти вот горшочки. Что нам нужно? У меня есть такое вот ведерко, которое мне нужно, именно такой горшок для арбузов, дынь. Вот вы можете взять 3-литровую банку, можете взять, может, еще у кого какая тара есть. Скотч понадобится и вот такая подложечка. У меня вот такая подложка. Есть у кого вот такая белая подложечка. Такая, можно такую. Но я в ней разочаровалась, потому что она тонкая, вот эта подложка. И когда я вытаскиваю горшок из земли, она рвется. Вот, и остается там в земле. Мне не хочется, чтобы корням было слишком жарко. Поэтому я вот предпочла вот такую вот подложку потолще. Вот. Я потом покажу, как я делаю, заворачиваю вот это вот. И чтобы мне вот так вот брать и из земли хорошо вытаскивать потом горшок. Что нужно? Значит, берем ведерко. Вы можете банку взять. Делаете объем, который вам нужен. Мне вот нужен вот такой объем ведерка. Вот он будет, вот такой вот, такой горшочек. Вы можете 3-литровую банку. Берем обычный скотч. У меня, правда, плоховато такой скотч. Ну, вот. И я его прямо на ведерке вот так вот и склеиваю. Мне удобно. Вот. Вот так вот обрезаем. Очень хорошо оно вот раз и уходит. Вот такой получается. Можно еще раз сделать. Потом я заворачиваю его. Вот так вот, как бы делаю ушки, вот так вот, как видите. Потом из земли я вот так вот его беру, и хорошо мне вытаскивать с земли этот горшочек. Вот брать за ушки, вот, и хорошо потом его вытаскивать из земли. Горшочек получается без дна. Что нам и нужно, чтобы корни свободно здесь развивались. В прошлом году у меня были картонные тарелочки одноразовые. Очень удобно было. В этом году я что-то не подсобрала. Но ничего, выход из положения у нас есть. Это пластмассовые ящики, и они тоже очень удобные. Берем на дно, кладем газету, или у кого есть картонки, можно. Ставим такой вот наш горшочек. Вот, как видите, у меня уже они сделаны. Засыпаем землей, поливаем. Земля оседает. Вот, растение будет расти, пускать корневую систему хорошо, свободно. Газетка не будет мешать. И потом свободно можно, она не высыпется, земля, потому что вы будете поливать, и будет земля оседать, оседать. Можете потом в землю с подложкой. Вот, а можете ее и сразу потом вот так вот вытащить, ее она свободно вытащится без проблем. Но некоторые оставляют, потому что много медведок, личинок майских, жуков. Но я не оставляю, потому что я жалею корневую систему.
Вот, и я ее вытаскиваю. Летом слишком жарко. На время, пока примутся наши растюшки, сама то им будет и тепло, и будет защита от колорадского жука, и майского жука, и личинок всевозможных, и медведки у кого есть. Я думаю, понятно объяснила, как делается горшок и как насыпаем мы туда нашу землю. Вот я высадила уже здесь какие-то кивана. Вот. Земля уже потихонечку начинает оседать, и будет корневая система хорошо развиваться. Процесс посадки. Засыпаем мы землю, проливаем ее хорошенько водой, и я добавляю, вот у меня такая вот ложечка детская, совочек. Здесь кладу я золы. Вот. Много ее не надо, именно столько хватит. Вот. Вот так вот. И хорошенько еще немножко прольем. Вот смотрите, я сажаю сюда лисею, как правильно. Сначала замачиваю, вот у меня там табличка, сейчас я вытащу. 20 апреля 2019 года замочила буква З. 25 апреля 2019 я посеяла. Вот он у меня здесь. Здесь немножко, я, наверное, позже, потому что еще только-только он начинает вылазить листочки. Значит, сажаю я, как видите, улитки. Вот сейчас мы отсюда достанем. Вот она полностью улиточка с ведерка. Мы сейчас достанем. Вот она. Вот так. Вот она. Плотно такая, тяжелая. Вот она наша улитка. Вот они два семидольных листочка. И один основной. Значит, пора их уже пикировать. Вот как видите, и дыньки. Здесь вот дыня, это вот арбузики. Вот пора их уже пикировать. Эту отставим, это еще рановато. Вот они еще маленькие, пусть подрастут. Вот. А вот эту большую мы сегодня и займемся. Как видите, скотчем. Сделано. Сейчас мы найдем. Вот оно уже выскакивает сам комочек. Можно уже его и сразу же посадить. Здесь у меня название написано Sugar Baby. Удобно, очень удобно, аккуратненько. Вот он прямо с комочком. Вот он, не нарушая всех корешков этих, мы прямо будем и садить сейчас. И так дальше мы будем вот потихонечку, как видите, видите, какая корневая система хорошая, и мы не нарушаем. Чем удобен вот этот способ сажать в улитку, что вот так вот берешь и не нарушая вот этих корешочков, мы пересаживаем прямо в горшок. Вот так вот мы сажаем наши арбузики. И так мы проделаем со всеми арбузами вот в эти горшочки. Очень удобно, они подрастут и будет хорошо высаживать. И у меня есть ролик, кто хочет посмотреть, как я высаживаю открытый грунт. Там я подробно все рассказываю, как я высаживаю арбузы. Спасибо всем, кто посмотрел мой ролик. Всего хорошего. Заходите, будем делиться своими мнением и результатами.